В Днепропетровске в третий раз пройдет всеукраинский ежегодный тату-фестиваль. В этом году «Тату-мания-2015» превзойдет сам себя. Цель фестиваля – показать, что татуировка – это не просто пигмент под кожей, а удивительная субкультура. Фестиваль пройдет 11-12 апреля в клубе РК на улице Комсомольской. За звание лучшего будут соревноваться мастера из Киева, Харькова, Одессы, Кировограда, Полтавы и Крыма. Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы по татуировке, удалению татуировок, боди-арту-пирсингу. Изюминка фестиваля станет пол-дэнс от студии Алены Шпаковской.